we smoke out the samples. Came to shout the head, in and out like a tamper. Cause I'm always busy dropping off white like a fan. I'm talking about a cage, but that's a cable, so I'm careful. Yeah, but it's just no comment. Cause I ain't trying to catch a tent. Don't mean a tiny bear, the mean is in time. Trapped in a pen, I've got a bright future. And I can see it in the distance. That's why these levels in the roof, I keep consistent. I bring presents, so we tune it means a gift. That's why when I spit, I'm getting wrapping paper like it's Christmas. I keep memories in the past, but only look towards the future. Sympathizing with all agents in the streets of crisis. Coming back at you with a ready totalizing freedom. What to me is infertilizing. Breaking their signals, breaking their signs. Let the anarchy reign. Now is the time.
she said, don't hold your breath. If you don't stand up, you might be next. It's time to choose glory or death. На месте. Теоретически, я могу использовать доступные данные систем наблюдения, чтобы воссоздать события в дополненной реальности. Получи доступ. К ретранслятору, и я солью все метаданные по этой области. А теперь проверим возможности технологий дополненной реальности. Легко и просто. Боже, какая... Ты будто призываешь цифровых призраков по всему городу. Конечно! Нам нужна эта крутая штуковина, чтобы узнать все про нулевой день. Черт, я не могу склонировать этот софт на наши сервера. Получи доступ к сети, узнаем, откуда можно его подрезать.
Здесь есть хаб CTOS. Ага, Сирс внедрила этот алгоритм в своей штаб-квартире, и мне удалось найти мануал, как настроить систему. А теперь руки в ноги, мы не сможем украсть их игрушку, если тебя отправят в концлагерь. Мэгли, как заполучить эту технологию дополненной реальности? Программа находится на сервере на крыше штаб-квартиры Сирс. Тебе надо украсть его и отвезти в пару-тройку густонаселенных мест, чтобы я откалибровал его и создал нашу версию программы. Ты ведь уже придумал, как мне унести сервер с крыши? Нам нужен кто-то с доступом к грузовому или строительному дрону, который заберет сервер. Я бы сказала, это идеальная возможность завербовать в дедсек тягача. Мэгли, есть предложение, где искать этого тягача? Так, давай поднапряжем наши серые клеточки. У кого же в Лондоне может быть доступ к строительному дрону? Может быть, у строителя? Я понял, Мэгли. Но вот видишь, не так уж это было и сложно. Неподалеку как раз есть стройка. И я смелюсь предположить, что там ты найдешь строителя, которого можно завербовать. Вот координаты. Your face ain't good for my views. Kick up to you. I know that I kick up to you. Then why dare try to keep the truth? How dare you just suck the truth? You're good and way too big for your views. You're never too big for the view. I've got boots as tall as my feet. Your face ain't big for my views. Kick up to you. I know that I kick up to you. Then why dare try to suck the truth? How dare you just suck the truth? Come down there like a bad boy, do it. Run all the talking, go on and do it. Running through the party, run up the car, be rolls on my ears, things don't go do it. Stepping on my shoulder, I don't lap. Getting with a walk, I don't scrap. Even when I'm so far, I'm so gassy, right? But there's no car and no match. What you talk about? Shout, stand down. Never had a mirror, pay or a bitch. You were never bad then, you ain't bad now. Never had a pam then, look, you can back down. Full bare kicks, full bare clothes. Said off that, I can't wait. Ого, это дрон настоящий зверь. То есть человек вроде тоже подходящий. Перспективный вариант. Эй, вижу строителя. У них с доступом получше, чем у всех остальных, так ведь? Профессия? Да. Дрон? Да. Похоже, наш вариант. По тебе видно, что не станешь тихо сидеть и ждать спасения. Готова сражаться за свободу? Эй, ты с дедсек, да? Очень вовремя. Может, хоть вы мне поможете? Это наш долг. Расскажи, в чем дело. Блин, так, короче, я сунулась к Келли из-за траблов с деньгами. Знатно лоханулась, конечно. Теперь я у них в рабстве, пока не верну бабки. Самой мне не выпутаться. Ладно, положись на нас. И
ведь если ничего не предпринять, клан Келли так и продолжит доить нашу новую подругу. Этой стройкой заведует ячейка Келли с рынка Камден. Любые записи о долге должны храниться там. Понял. You're never too big for the blue. I got the big size toes on my feet. Your face ain't big for my blues. Kick up to you. Man, know that I kick up to you. Them way there try to suck the truth. How dare you to suck the truth? Look, you're getting way too big for your boots. You're never too big for the blue. I got the big size toes on my feet. Господи! Клан Келли захватил весь рынок. И когда это они успели так разрастись? Тебе нужен терминал или любое другое устройство, на котором клан Келли может хранить записи о долгах. Нет под рукой нужного инструмента? Всегда можно сменить его на тот гаджет, который подойдет лучше. Конечно, дроны, которые следят за каждым твоим шагом, наводят на мысли, что ты живешь в тюрьме, которая только напоминает город. Но что плохо для общества, для DedSec отличные новости. Ты можешь взламывать этих назойливых маленьких тварей и использовать их, чтобы разведывать местность. По тебе видно, что ты умна. Властям тебя не обмануть. Погоди, ты из DedSec? Вы должны покончить с секретной военной программой внедрения роботов. Что? Ты не в курсе? Военные заменяют солдат на суперреалистичных роботов. Они везде, куда ни плюнь. Записывают все, что мы делаем, нон-стоп. Но... Слушай, я все о них разузнала. Позывные, адреса станций подзарядки и хранилищ записей. Если ты не один из этих мудней, то разберешься с ними. Устроишь диверсию. Я этим займусь. Супер! Ты можешь стереть все записи о долге. Таким образом, наша новая подруга выберется из минуса, и что важнее, из лап клана Келли. Чудесно.
не пострадал. Обыскайте все! Вокруг транспорт! Дрон, ищи! Врачи не соберут. Осмотреться будет не лишним. Тут никого, иду дальше. Желающие получить. О, каннабис и фентанил. Наконец-то вместе. Спасибо чудесам генетики. И как оградить от всего этого наших детей? Ну все, держи.
Дешевка. Передача завершена. Еще штучка. Мы стерли записи о твоем долге клану Келли. Можешь спать спокойно. Надеюсь, ты не упустишь шанс начать новую жизнь. В натуре? Вау, спасибище! Если по чесноку, я не знала, что от вас ждать. Но, походу, вы не так плохи, как говорят. Хочешь сражаться за правое дело? Детсек всегда нужны агенты. Звучит потрясно. Я в деле.
мразь! Что происходит? Ух ты! Человек занимается гипнозом. Интересно, для терапии или на сцене? Профессиональный гипнотизер. Похоже, кто-то остается верен своей детской мечте. Годы это с 1853-го. Нарушители порядка. Угроза безопасности Лондона. Надо было провоцировать. А, больно, больно! Благодарю вас. Что это нахер было? Шваль. Проваливай, пока рожа цела. Бак поддерживает пламя надежды в вакууме нашей действительности.
Блокируйте транспорт. Жесть. Обыщите все! Машину кто-то взломал. Есть никого. Сволочь. Обожаю стрит-арт. Видела на днях, как Альбион докопался до одного художника. Ты кто? Недавние действия ДЦЕК побудили правительство дать Альбиону разрешение вести огонь на поражение. Директор Найджел Касс заявил следующее. Террористы из ДЦЕК скоро поймут, что солдаты Альбиона, в отличие от полиции Лондона, закалены в бою и могут постоять за себя. В кабинете премьер-министра заявили, что эта мера, хоть и является радикальной... Какие времена живем? Вот, твой новый оптик. Назад пути нет. Пока привычная жизнь. Друзья, семья. ДЦЕК это на фулл-тайм. Привычная? Когда нас могут убить те, кто должен защищать? Да, это жесть. Я хочу помочь. Но мне тяжко. Отказаться от всего? Ты не отказываешься, нет. Ты сделаешь Лондон безопаснее для всех жителей. Да. Лады. Готово. Приветствую в сопротивлении. Так, добро пожаловать в команду и т.д. и т.п. Нам нужно, чтобы твой большой и сильный друг-дрон украл сервер с крыши штаб-квартиры Сирс. Справишься? Уже лечу. Думаю, метание предметов в состоянии в слюне засчитывается за тренировку. Найдено.
Лондона не найдено. Продолжаем поиск. Диспетчер, цель вышла из поля зрения. Прием. Один сигнал. Есть, капитан. Это сообщение. И что там? Добровольцем для всех работников Где Альбиона. Где же тебя искать? Черт. Вы готовы потопить голод? Наши острые сабы по акции 2 в 1 – лучшая торпеда для вкусного обеда. Предложение действует только для сотрудников Альбиона. Прекращаю поиск. Диспетчер, разошлите ориентировку. На месте. Я отмечу сервер СПО для воссоздания событий в дополненной реальности. Так просто. До него не добраться. Нужно использовать грузового дрона. Это жутко, что ли?
Ладно, чел, можешь ехать. Сервак уже в твоей тачке. Только аккуратнее, ок? Не свались в Темзу или типа того. Слышь, да я топ-водила, алло. Установление данных. Отлично. Оставайся в этой области, пока я не скачаю на сервер достаточный объем данных. Загрузка завершена. Мне нужна более широкая выборка данных, так что вот тебе еще одни координаты. Она компилирует данные всех систем наблюдения, ближайших дронов сети УАЭС, оптиков, камер, а потом собирает эти обрывки, чтобы воссоздать картину того, что случилось здесь сутки назад. Обалдеть! Помню, тут однажды был Дикий Махач. Или не тут? Установление данных ДР сети ОС. Так, качаю данные с оптиков, камер сети ОС, микрофонов, лэптопов. Как думаешь, Сирс использует все это, чтобы смотреть, как люди трахаются? Блин, если вдуматься, используют ли они это для чего-то еще? Передача завершена. Мне нужен еще один блок данных, так что вот тебе координаты следующего места. Yeah.
сволочь, что хакнула нашу машину. Бэкс, они все не отвянут! Не дай дронам уничтожить сервер, пока я не закончу. Вылезай из машины и разберись с ними. Хочешь — стреляй, хочешь — закидывай их камнями. Хочешь — используй кибербуллинг. Мне все равно, главное — завершить передачу. Готово. Но мы не можем вечно таскать за собой этот сервер. К тому же надо как-то замести следы. Продолжай. Я перегружу процессор, чтобы вызвать скачок напряжения и сжечь батарею. Электромагнитный импульс уничтожит и сервер, и дронов. Так что, ну, беги давай! Да мне все похрену, понятно? Да, да, мы все просто поражены, что ты еще дышишь. Ну, не радуйся слишком долго. На очереди следующее задание. Есть зацепка, которая, возможно, позволит узнать больше о нулевом дне и терактах, которые свалили на нас. Я перехватил зашифрованный сигнал. Он непрерывно поступает с места взрыва на ТНМ с той самой ночи. Узнай, что к чему. Может, опробуешь новую ДР-технологию, которую мы украли? То есть, одолжили навсегда. Yeah.
Я самый продвинутый и на планете, но, разумеется, я посчитаю, сколько раз ты ударишь по мячу. Вот сранина. Да, ну и хер с ним. Отсоси, сучка!